Организатором фестиваля конкурса «Журавлиная родина» стало Главное управление коммуникаций Московской области. На первый марафон авторской песни съехались исполнители из 11 муниципальных образований. Он поэт, он пророк, его слово – закон, Божий дар, его слог, музы рифма крылем. Высокопрофессиональное жюри оценивало выступление артистов. Андрей Хаустов вместе с Максимом Фадеевым начинал проект «Глюкоза». Николь Рихтер – композитор, искусствовед. И Анна Боронина – известная певица, обладательница премии «Золотой граммофон». Для меня важно в наше время все составляющие. То есть это и голосовые данные, в первую очередь, актерские данные. Также это исполнительское мастерство. Участниками фестиваля стали все желающие, кто увлечен музыкой, одним из самых таинственных видов искусств. Ведь музыкой можно передать все чувства души человека. Надеемся, что сегодня свой талант, свои способности покажут все, кто приехал, раскроются в том масштабе, как им хочется, а мы увидим, наверное, новые, яркие какие-то имена, фамилии. Участниками областного фестиваля «Журавлиная родина» стали ребята из нашего района. Гитару впервые в руки взял в 8 классе. Под впечатлением от просто замечательной блестящей игры моего папы. Вот. И с тех пор вот я варюсь в этом, сочиняю песни, играю, выступаю. Играю один, играю с группой, то есть участвую в разных музыкальных проектах, и мне все это очень нравится. В этом фестивале-конкурсе я решила принять участие сама, когда увидела объявление. А почему ты так вдруг решила? Ну, многим просто нравится, как я пою, и решила попробовать себя. Областной фестиваль-конкурс проходил по трем номинациям. В одной из них исполнитель звучали и народные песни. Очень рада, что на таком мероприятии областного уровня русская народная песня присутствует. И я надеюсь, что она победит и будет лучшей. Фестиваль-конкурс «Журавлиная родина» собрал самых талантливых и творчески одаренных исполнителей Подмосковья. И это стало важным молодежным событием. Людмила Медведева, Данил Свидерский, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.